Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И перед началом данного видео я хотел бы попросить, тусуюсь постоянно на своем бизнесе. Бизнес, как найти мой бизнес? Пишите GPS, заходите в раздел 6, 34-й бизнес, короче, чуваки. Приезжайте, закупайтесь перед Новым годом пиротехникой. И с наступающим вас Новым годом обязательно, чуваки. Итак, вы давно просили снять видос. Точнее, не давно просили, а просто говорили, писали мне много в комментариях. Я думаю, ну зачем я буду писать, я лучше сниму видос, да? Думаю, так будет лучше. И для вас, и для меня. Итак, начну с самого начала, как я только начал играть на Мазинге. Я начал играть на Мазинге благодаря Тимохе Домино, большое ему спасибо. Короче, чуваки, смотрите. Все расскажу по полочкам, внимательно слушайте и смотрите видео до конца. Как я заработал 13 миллионов и до этого, как, откуда у меня бабки были. Смотрите. Старт мне как бы дал это Тимоха. Он сначала мне дал денег на квартиру и на лопаты. Потом уже мне подогнал Рожовер. Больше он мне ничего не дарил. Большое ему спасибо и на этом. Так, идем дальше. Смотрите. Самые прибыльные работы какие? Я считаю, для новичка самая прибыльная работа — это шахта. Но во время только X2. Во время X2 только. За 5 дней можно заработать лям. Спокойно, чуваки. Работать там по 5-6 часов. Главное не бояться работать, чуваки, реально. Главное не бояться просто работать. И все будет у вас хорошо. Смотрите, как я поднял вообще много бабла. Как вы помните, ранжой у меня был, да. Потом я купил целику. На целику я заработал на дальнобоях, когда был X2. Я новичок, у меня скилл вообще-то маленький, 3-й левел. Я получил по 10 тысяч, чуваки. Можно, смотрите, можно за час заработать сотку. Да? За час можно заработать сотку. Я вам говорю сейчас про X2. Я все, в основном все бабки поднял, когда было X2. Да-да-да, когда было X2, я поднял все бабосы именно на X2. Купил себе, что если там купил... Целику себе купил, ну и к подарки. Подарки, чуваки, тоже подарки были, донат. На подарках я тоже хорошо поднялся. Так что скоро подарки, обязательно собирайте. Там донатик будет по-любому. Смотрите, теперь самое главное. Да, на дальнобоях работайте. Пытайтесь X2 просто. Когда X2, просто забивайте хер на все. Даже на учебу, чуваки. И просто работайте. Просто работайте. У вас тем более сейчас каникулы. X2 включили с сегодняшнего дня. Просто, чуваки, реально работайте. До хрена работайте. Лучший, самый крутой, чуваки, способ — это прокачать левел до 6. Идите нахрен на дальнобой. Идите на дальнобой просто. Идите на дальнобой. Итак, насчет раздачи денег, чуваки. Вот я от этой темы, смотрите, у меня сейчас только 2000, да? Я уже подписчикам раздал около миллиона. Я знаю, это несправедливо, я не всем даю деньги, но уже давать не буду, потому что мне осталось 6... Блин, даже мало денег, я не помню сколько, ну ладно. Короче, остались бабки немного на развитие. Чуваки, я хочу для вас сделать в скором времени конкурс, посмотрю, как бизнес пойдет. Если он пойдет хреново, я его продам, куплю другой по выходней. Поэтому я сейчас бабками не раздаюсь. Поэтому я бабками не раздаюсь. Так. Так, как я поднял 13 миллионов? Самый главный вопрос, да, чуваки? Смотрите, как вы знаете, в 12.00 по московскому, 12.00, 15 минут по московскому слетают бизнесы, какие не оплачены там и так далее, забанены. И вот я играю ночью, выловил бизнес себе. Короче, выловил бизнес себе и продал его за сколько? За 8 миллионов. Да, за 8 лямов его поймал, бизнес там такой себе, столовая, по-моему, если я не ошибаюсь, короче, слил по ГОС ее и продал же в ту же ночь, её, и продал в ту же ночь этот бизнес, чуваки, так что пытайтесь ночью, тем более у вас каникулы, как я повторюсь, пытайтесь, если у вас есть бабки, заработайте бабок на бизнес, в принципе, именно копите бабки, купите себе там Волгу за 80 тысяч и копите бабло. И все у вас получится, чуваки. Где вы скажете, я нашел еще 5 лямов? Это уже дело каждого. Смотрите, мне на стриме задонатили до хрена бабок, и я 5 лямов купил.
через донат, чуваки. И випку тоже. Но не надо тут гнать, о, донатер, фу. Я никогда, чуваки, не донатер, но мне пришлось. Мне пришлось, чтобы в дальнейшем все у меня было хорошо на магазинке, делать для вас розыгрыши. Так что не надо там писать, типа, фу, донатер. Я это все благодаря вам. Не, ну, бизнес я поймал сам, конечно же. Но до бизнеса, вы сами видели, у меня был Авентадор, у меня был Бентли, у меня было три машины. Я на 4-м левеле, пацаны, уже у меня был дом, Бентли, Феррари, когда она еще была, и BMW. Так что, чуваки, все в ваших руках. Просто дохрена работайте. Сейчас X2, чуваки, просто поднимайте свои задницы, включайте музончики и работайте, реально. Если вы новичок, если вы не новичок и у вас есть уровень дальнобоя, просто пахайте. Пахайте, просто работайте, работайте, работайте. Мне, кстати, подписчик хотел подогнать, точнее дать аккаунт с уровень дальнобоя, там, короче, 90 левел. Я охуел, я, в принципе, может, возьму, поработаю и для вас сделаю розыгрыш. Пока X2 как раз есть, все будет замечательно. Может быть, возьму аккаунт. И давайте, пожалуйста, чуваки, наберем до Нового года 1400 подписчиков. Сейчас где-то 1380. Чуваки, подписывайтесь на канал, дальше будет веселее. Вот реально. И если что, чуваки, я тушу постоянно в своем бизнесе. Реально, постоянно тушу там. Ко мне уже приезжали подписчики, я им деньги давал. В принципе. Там по 50 тысяч давал, помню. Как сейчас, потому что это было реально 15 минут назад. Помню, как сейчас, реально, блин, чуваки, просто работайте, до хрена работайте, реально. Особенно прокачайте левел и работайте на дальнобой. Вы сможете за час рубить 100 тысяч, нехрен делать, если хорошо работать, особенно работайте ночью. Сможете реальные бабки рубить, просто нехрен делать. Реально, просто нехрен делать, сможете рубить бабло. Спокойно. Сможете спокойно рубить бабло. Вот мой бизнес, и повторюсь, GPS 6, 6 раздел, 34 бизнес, чуваки, реально. Вот я на вас надеюсь, приезжайте, я тут постоянно тушу, я часто в онлайне, чуваки. Приезжайте, когда будут бабки, буду давать бабки, кстати. Так что, вот так вот, чуваки. Давайте повторю, что я говорил. Так и на работайте, качайте левелы особенно. У меня сейчас, смотрите, у меня вон 9 левел, у меня сейчас все заебись. Кому-то у меня сейчас 30 левел. Реально, главное работать. Я реально работал, до хрена работал. Да, в конце задонатил, но 8 миллионов я все-таки сам заработал. И до этого 15 лямов я тоже сам заработал. Так что, чуваки, все дело в ваших руках. Так что все хорошо. Все хорошо, дело в ваших руках. Работайте до хрена. До хрена просто работайте. И, пожалуйста, кто может, пиарьте мой бизнес в... Да. Да, моя, чувак. Ну и что ты хочешь? Так, давайте посмотрим. Нету на руках всего 1300 рублей. Ладно, чуваки, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Заходите на сервер, играйте. И всем пока.